Отыграв ровно 10 лет в группе «Бандерас», Гарик Бурнышев решается на рискованный шаг – уйти из популярной группы и возродить свой давно распавшийся коллектив под названием «Бурито». По прошествии времени коллеги по сцене такой выбор оценили. В группе «Бандерас» он был таким, но не на первых ролях. Там он не смог себя показать так, как хотелось бы. Он раскрылся. Он делает то, что хотел делать. Он крутой, настолько крутой и при этом простой человек. Это притягивает. И, конечно же, Гарик, слушай, ну давай когда-нибудь чаю-то выпьем уже, да? Впрочем, с бывшими коллегами из «Бандерас» Гарик, по его словам, остался в прекрасных отношениях. Все время, когда я был в «Бандерас», я готовился. Я собирал студию свою, писал. И в тот момент, когда время пришло, мы пожали друг другу руки и с благословения Саши Дулова, автора музыки и текстов группы «Бандерас», меня отпустили в сольное плавание. В подтверждение тому, что дружить с коллегами Гарик умеет, появление близких по духу артистов и на сцене. Успокой мое одиночество, дай мне сил, чтобы быть здесь. Я пришел поддержать Гарика и пришел, как принято говорить, не с пустыми руками. Уже второй альбом «Бурито» выйдет этой осенью. Ну а чуть раньше жена певца Оксана Устинова сделала подарок мужу в виде рождения ребенка. Я папа второй раз уже, то есть у меня старшая дочь замечательная здесь со мной. И когда появляются дети, все меняется. И перемен бояться не стоит. Именно это своим примером и доказывает Гарик Бурито. Поклонники поддерживают громко. Ты моя звезда, ты моя звезда.